Привет! Вас приветствует канал Анастасии Кальченко на YouTube. Сегодня буду я собирать вазу для фруктов из оригами модулей. Но для начала я напомню, как делать эти самые модули. Многие в комментариях у меня спрашивают, как их делать. Значит, я напомню. Берем листик формата А4, обычный лист. Модули есть разных размеров, в зависимости от вашей поделки, большая она будет или маленькая, вам нужны будут разные модули. Если поделка большая, из огромных вот таких вот модулей, то листик А4 складываем просто напополам и разрезаем канцелярским ножом. Удобнее будет, чем ножницами. Разрезали. А4 листик на 4 части складываем. Это будет уже у нас модуль поменьше. Вот такой вот, на 4 части модуль. Тоже разрезаем. Если вам нужен поменьше еще модуль, разрезаем листик А4 на 8 частей. 8 частей. Тоже разрезаем. Если нужен вам модуль еще меньше, разрезаем листик на 16 частей. То есть формат А4 мы разрезаем на 16 частей. Дальше есть модуль еще меньше. Листик А4 режем на 32 части. Складываем еще напополам в 16 часть. Режем на пополам. Если вам нужен модуль еще меньшего размера, то листик этот А4 мы делим на 64 части. Это очень маленький модуль. Вот такой будет модуль, маленький. Есть еще меньший модуль. Листик А4 мы разрезаем на 128 частей. Но на нашу вазу нам нужен будет модуль 16 часть от листика А4. Модуль делается очень просто. Складываем 16 эту часть листика. Один берем листик. Таким вот образом напополам. Потом мы складываем его вот так напополам. Теперь мы уголки вовнутрь складываем и второй уголочек переворачиваем модуль. Вот эти маленькие уголочки тоже складываем вовнутрь. И теперь вот эти края тоже вовнутрь. Получается, и складываем пополам. Получается вот такой вот модуль. Таких модулей на вазу для фруктов нам нужно будет много и разных цветов. Итак, для моей вазы для фруктов мне понадобятся белые, желтые, красные и голубые модули формата А4 на 16 частей делим. Значит, желтых мне нужно будет 483 штуки модуля. Беленьких модулей мне нужно будет 658. Красных модулей мне нужно будет 420 и синих 56. Итак, приступим к сборке нашей вазы. Первый ряд у нас будет из 42 модулей. 42 модуля по кругу. Первый, второй и третий ряды. Но в третьем ряду мы добавляем желтые и красные модули. Значит, первый, второй ряд у нас все белые модули по 42 штуки. Итак, начали. Модуль кладем острым носиком на себя. Вот таким образом. Скрепляем вторым модулем. Модулем со второго ряда. Итак, 42 штуки по кругу в два ряда. Итак, у меня получилась вот такая вот змейка из двух рядов по 42 модуля. Ее теперь, эту змейку, нужно
Так вот, в кольцо смыкаем ее и закрепляем одним модулем. Теперь выворачиваем колечко вот так вот внутрь, таким вот образом. И дальше у нас идет третий ряд. Третий ряд у нас первые 5 модулей. Мы надеваем 5 желтых модулей. Один красный и так по кругу, 5 желтых, один красный до конца. Четвертый ряд у нас будет 2 красных, 4 желтых, то есть на вот эту одну красненькую мы надеваем 2 модуля. Дальше 4 желтых и опять 2 красных. Пятый ряд у нас такой. Значит, между красными модулями мы надеваем белый один модуль. Дальше идет опять 2 красных по краям белого модуля. 3 желтеньких. Теперь красный, белый, красный, 3 желтых и так далее. Шестой ряд собираем следующим образом. Там, где у нас один белый модуль, на него надеваем 2 белых модуля. Потом идет красный модуль, 2 желтых, 2 белых, 2 желтых, 2 белых и так далее. Итак, мы сделали шестой ряд. Следующее наше действие будет таким. Там, где у нас белые модули, мы надеваем 6 модулей друг на друга. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь тоже нужно также 6 надеть на все беленькие модули. Мы надеваем по 6 штучек. Дальше я потом продолжу. Значит, между ними делаем мы вот что. Здесь мы надеваем белый модуль. Дальше идет красный модуль. Желтый. Красный. И белый. И также продолжаем, уменьшая модули, то есть хвостики мы оставляем свободными, вот эти вот
видно, тут должен быть. Вот хвостик свободный. Надеваем белый модуль, красный, опять красный и белый. И также дальше белых, белый один модуль, один красный и опять белый. Теперь все белые, два белых и последний белый модуль вот тут сверху. Должен получиться вот такой вот лепесточек. И также по кругу везде сделать такие вот хвостики и лепесточки. Дальше мы вот на эти вот лепесточки, на вот этот модуль крайний, верхний, надеваем два белых модуля друг на дружку. Два. И здесь тоже два. На каждый лепесточек. Дальше мы на вот эти все наши хвостики, на все, одеваем по два модуля. И один краешек у нас остается у нас свободный. По два модуля вот так надеваем. Один краешек свободный. Дальше вот на эти хвостики, где мы по два надевали модуля, мы надеваем один красный посередине, два белых, тоже один краешек у нас свободный должен оставаться, вот так вот, и так по кругу. Теперь на эти вот красненькие, которые у нас по одной штучке, надеваем две штуки, две красные и две белые, тоже чтобы один краешек был свободный, и так по кругу. Дальше мы на вот эти две красные, на вот эти два красных модуля надеваем один желтый, потом два красных по краям, по краям желтого два красных, и также белые два модуля по краям тоже с одним кармашком свободным надеваем, и так дальше по всем нашим вот этим вот лепесточком. Желтый посередине, два красных по краям и два белых свободным кармашком. Теперь мы на вот эту одну желтую надеваем две желтенькие, два желтых модуля, два красных по краям. И опять два белых со свободным краешком, чтобы свободный был один краешек. И так далее. Теперь мы на эти две желтые надеваем одну беленькую. Дальше по краям у нас две желтые, две красные и опять одна и опять по одной беленькой по краешкам, этим кармашкам свободным, ну, свободный кармашек чтобы был. Вот. И так далее, значит, беленькая свободный кармашек, красная,
желтая, белая посередине, опять желтая, желтая, желтый модуль, красный и белый с краю. И так далее. Дальше у нас идет вот что. Вот на этих, на этот один белый модуль надеваем два белых модуля. Два белых модуля. По краям два желтых. Дальше два красных по краям. И теперь нам нужно два вот этих модуля, которые у нас были в кармашке, вот они у нас свободные, их нужно скрепить одним белым модулем. И так по кругу скрепили. Дальше идет красный модуль, желтый, два белых, опять желтый, красный, и одним белым модулем мы скрепляем два наших краешка. Так, и так далее по кругу. Следующий ряд будет у нас таким. Там, где у нас два белых модуля, мы надеваем один красный. По краям два белых. Дальше по краям два желтых. И подряд два красных. То есть на том модуле, на одном модуле, который у нас вот эти стыки прикрывает, нужно надеть два красных модуля. И так далее. От красных желтый, белый, красный. Опять белый, желтый и два красных. Следующий ряд будет таким. Значит, вот на эту вот одну, на один красный этот модуль надеваем два красных модуля. Два красных. По краям два белых. Два желтых. По краям. И опять один красный. И пошли дальше. Желтый. Белый. Два красных. Белый. Желтый, красный. И так по кругу. Дальше, вот на эти две красные, на эти два красных модуля мы надеваем один синий. Один синий. По краям два красных модуля. Дальше два белых по краям. Желтенькие модули тоже по краям, два желтых модуля. Ну и так дальше по кругу. Значит, идет желтый, белый,
белый, красный, синий, красный, белый, два желтых. Так, дальше мы на этот один синий модуль надеваем два синих модуля. Два синих, по краям два красных. Дальше два белых. И два желтых по краям. И дальше по кругу идем. Дальше идет белый модуль после желтого. Белый, красный, два синих, два синих, красный, белый, желтый, опять белый и так далее. Дальше у нас идет такой ряд. Значит, на два вот этих голубых модуля мы надеваем один модуль, по краям два красных. По краям от красных два беленьких модуля. Ну и дальше идут желтые модули. Два желтых. И так по кругу. Два желтых подряд. Дальше идет белый модуль. Красный, синий, опять красный, белый, два желтых. И так далее. Итак, дальше мы делаем вот что. Там, где у нас один синенький модуль, мы надеваем сюда два красных. Потом по краям два белых. Два желтых. Теперь на эти два красных мы надеваем один красный модуль. Один красный, по краям два белых. И еще по краям два желтых. Дальше мы надеваем на красный вот этот один модуль, два белых модуля. По краям два желтых. Теперь на эти белые модули мы надеваем один белый модуль. По краям два желтых модуля. Теперь мы надеваем два желтых модуля на этот белый.
И сверху еще один желтый модуль. Должен получиться вот такой вот лепесточек. Выгинаем его чуть-чуть в сторону. Теперь нужно сделать там везде такие вот лепесточки. Итак, вот такая вот ваза у меня получилась. Вот такая красивая. Всего у меня модулей здесь ушло 1673 штуки. Значит, белых 687, желтых 483, красных модулей 447 и синих модулей 56 штук. Модули, размер модуля 16-я часть от листика А4. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал и не забываем писать комментарии. И подписывайтесь на мой инстаграм. Ник будет в описании под видео. Пока. Всем пока.